Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как готовится грузинское блюдо под названием джунджули из клекачки колхидской. Напоминаю, что это ценный для человеческого организма продукт. Все очень просто. Цветущие бутоны клекачки сорвать вместе со стебельком. Она цветет в апреле-мае. Перед приготовлением хорошо промыть от жучков, мусора и пыли. Отжать. Дать немного стечь. Оторвавшиеся бутоны можно тоже собрать. Разложить на газетку примерно на час, чтобы они немного просушились. На первый взгляд вроде много собрали соцветий, но когда утрамбую, станет мало. Для соленья я приготовила каменную соль, черный молотый перец, сахар, 10 грамм уксуса 9% или 2 чайные ложки, если нет мерного стаканчика, растительное масло и нашинкованный перьями репчатый лук, одну головку. Бутоны просушились, пора собирать. Теперь выкладываю на стол, так будет удобнее смешивать с ингредиентами. Хочу заметить, что у каждой хозяйки разные рецепты приготовления блюд. Я делюсь своим. Добавляем лук, немного его пожамкать, чтобы сок пустил. Солим солью. Все делаю на глаз. Но знаю, что клекачку солят очень сильно, а перед подачей на стол хорошо промывают. Далее перец. Можете добавить специи на свое усмотрение. Вкус не испортит, наоборот, придаст изыска. Сахара добавляю 1 столовую ложку, так как соли будет много. Все хорошо смешиваем и раскладываем по баночкам. Я приготовила 3-литровую, но, как потом выяснилось, слишком большая. Можно в кастрюльку под гнет, кому как удобнее. Утрамбовываем, как капусту. И последнее действие. Вливаем уксус и масло. Все, убираем в холодильник на 4-6 недель. С уксусом готовится гораздо быстрее. Готовьте этот продукт, он не только очень вкусный, но и безумно полезный. Приятного аппетита!